Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики, да. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики, да. Рыбалка. А кто у нас тут ночью не спит? А где рыбки? Рыбки спят. И тебе тоже пора. Спокойной ночи, крошик. Рыбки! Рыбки! Добрый день, ежик. Привет. Что, не просыпается? Нет. Как же ему помочь? Давай ловить рыбок. Ага. Где же рыбки? Может быть, спят? Днем. Кажется, ночью им кто-то мешал. Давай в мяч! Ладно. Крошик! Рыбка! Крошик, прости! Рыбки проснулись! А еще кто проснулся? Я проснулся! Пока, рыбка! День и ночь. Нюшенька и Крошик расскажут нам, что они делают днем, а что ночью. День такой, такой огромный, надо многое успеть. Станцевать любимый танец, песню новую пропеть. И побегать, и попрыгать, и в игрушки поиграть. Ну а ночью, ну а ночью, ну а ночью надо спать. Ну а ночью, ну а ночью, ну а ночью надо спать. Нюшенька, разве днем спят? Спят! Тихий час! Был бы день еще побольше, дел бы было ого-го. Например, скакать на бабе, как на быстром иго-го. Рисовать, лепить, смеяться, да всего не сосчитать. Ну а ночью, ну а ночью, ну а ночью надо спать. Ну а ночью, ну а ночью, ну а ночью надо спать. Понравилась эта серия? Жми на лайк и поделись серией с друзьями.